Друзья мои, бывает так, что кто-то нас очень сильно достает. Это могут быть нерадивые соседи, это могут быть бывшие партнеры, которые превращают нашу жизнь в кошмар. Я вам хочу предложить для таких случаев ритуал на отдаление от себя токсичного человека. Для этого потребуется 3 гвоздя, желательно побольше, 1 головка чеснока и фото того человека, с которым у вас идет война. Делать следует ритуал во вторник или в субботу на убывающей луне после захода солнца. Необходимо сесть за стол, сконцентрироваться и представить своего врага в клетке. Фото положить на стол перед собой. Чеснок взять в левую руку, а правой вставляете в него первый гвоздь со словами: «Первым ударом я пробиваю твой разум». Называйте фамилию, имя и отчество своего врага. «И отдаляю его от моего». Берете второй гвоздь и втыкаете со словами: «Вторым ударом я пробиваю твое тело». Фамилия, имя, отчество называете. «И отдаляю его от моего». Третий гвоздь втыкаем и говорим: «Третьим гвоздем я пробиваю твою душу». Фамилия, имя, отчество врага. «И отдаляю ее от моей». Затем потрите тщательно фотографию об этот чеснок. Разорвите ее и спустите в унитаз. А головку чеснока с гвоздями закопать максимально близко к дому врага.